Строгая форма, пышные банты и яркие букеты. Школьники к Дню знаний готовы. После насыщенных летних каникул пришло время сесть за парты. Количество учащихся растет. В нашей школе количество учащихся растет. Школа востребована. Первый класс к нам пришли в этом году 128 учащихся, 4 класса. Выпускников у нас 57 человек, 11 класс, 115 девятиклассников. С началом учебного года учеников 14-й школы поздравил глава округа Николай Рудь. Гость праздника отметил, что учащимся именно этого учебного заведения особенно повезло. 14-я школа – она особенная школа. Здесь есть и зал самбо, где любые дети любых возрастов имеют возможность заниматься активно спортом, ну, вести, соответственно, здоровый образ жизни. Кроме того, обновлен спортивный зал, сделан капитальный ремонт. Все взгляды на торжественной линейке устремлены на первоклассников. Для них этот день знаний особенно значим. Здесь бывшие дошколята услышали свой первый школьный звонок и загадали заветное желание. Раз, два, три! Выпускники проводили новых школьников в классы. Теперь малышам предстоит с удовольствием впитывать знания, привыкать к учебному распорядку и старательно вести дневник. Первые полчаса в школе уже принесли много эмоций. Я знала своего садика подружку Маргошу и Дашу, еще с Дианой. Ну, и мы встретились в одном классе, и я там еще подружилась с девочкой, с Дианой. И там было очень много интересного, мы угадывали письма, кто нам прислал. Сегодня все ученики стали гостями классных часов, после чего отправились по домам готовиться. Ведь уже завтра занятия начнутся по привычному школьному распорядку. Анна Клыга, Анатолий Молчанов, Телемикс.